Дорогие друзья, всех вас хочу поздравить с этим праздником, рождественским постом. Я не оговорился, пост – это праздник. Это очищение, очищение души и тела. Это возвышение нашего естества от этого бренного и всего суетного. Хотелось бы, чтобы мы сделали упор все вместе с вами не только на телесный, гастрономический пост, но и на воздержание наших с вами чувств. В этом и заключается духовный пост – воздерживаться от всего злого и богопротивного.